полиция вот этих моральных нравов, я считаю, что, в принципе, она нужна, потому что, мне кажется, все равно должны они все это контролировать, люди. В интернете очень много информации вообще ненужной, очень много. Я, например, захожу, когда я пользователь, да, захожу куда-то, выскакивают различные порно-сайты и так далее. То есть какие-то все это вот настолько... Ладно, я взрослый человек, да, но мне все равно это неприятно видеть. Я представляю, допустим, заходит ребенок в интернет посмотреть какой-нибудь мультик, и вот он видит это, и это неправильно. Вот, например, в Советском Союзе это было стыдно, за это вообще, как бы, за фильмы, где содержались эротические сцены, вообще-то сажали людей. Я считаю, другого выхода нет, иначе вот сейчас у нас... демократия, да, и все считают, что это, ну, как бы не все считают, не буду обобщать, для многих это как бы нормально, например. А я считаю, что ребенок вырастает, все должно быть все-таки в любви. И вот раньше была очень сильно церковь. Сейчас, к сожалению, люди, то есть в церковь перестали ходить, молиться. Мне кажется, это не очень хорошо, поэтому полиция все-таки здесь нужна. Вот это вот отслеживать. Ну, потому что у нас вот раньше, ну, вот давайте посмотрим, что было раньше. Раньше у нас были устои такие прям семейные. Я как вспомню, мы всегда приходили в гости, мы пили чай, у нас собирались в компании. Да, там, может быть, там мы не жили, там, скажем так, шикарное, но мы всегда друг другу помогали. Я помню, даже взять взаймы было у человека, это было просто, потому что человек тебе всегда, там, допустим, твой сосед скажет, конечно, сейчас мы живем, даже не знаем, кто сосед. И все, вот. Как-то раньше было более так по-душевнее, по-домашнему. Сейчас, к сожалению, нет. Я не знаю, почему так. Как-то, может быть, потому что Запад каким-то образом, в принципе, влияет, мне кажется, вот эти все фильмы на наши моральные принципы. А что сейчас в стране творится, допустим, на Украине, это вообще тоже ужас. Это вот вообще страшно, что происходит, и... Мне кажется, это вообще мир сходит с ума. У меня такое ощущение.